Приветствую, друзья, с вами Зидыч, и сегодня, на мой взгляд, будет очень интересное видео, ведь я научу вас фармить пятые ранги, такие машины, как Т-54 и С4М, и при этом всегда быть в плюсе. Что для этого требуется, просто просмотреть это видео. Хочу сразу добавить, все, что вы увидите в этом видео, связано исключительно с моим скиллом, танк здесь не при чем. Да, ребят, я сейчас на супертанке, я сейчас буду фаниться. Вот, как вы думаете, я смогу пробить кого-нибудь? Я думаю, да. Ланкастер падает на Б. Попал по ланкастеру. Я в С, заходи, на меня заходи. Ему пофиг. Гусеница ходовая. Нет, что такое? 88-миллиметровый болванки по ланкастеру попал, ему пофиг. Вы видите, да? Бомбы сбросил. Просто проедься по Б. Ребята, вы видели сейчас, кого уничтожил? Куда ты его убил? Я 54-ку в лоб уничтожил. А тебе что, платится там? Да. Идем, едем. Нагибать. Пятые ранги. Твою ж мать. Там-там-там-там. Там-там-там-там-там. Оля-ля-ля. Опа. Первый год. Выдержали удар. Лалка. Без ствола. Я без ствола 54-ку добили ее. Хорошо. Не пробил. Я захват делаю, ремонтируюсь. Блин, ствол не пустился. Сейчас бы сушку убрал. Нет! Убейте 54-ку. Козлы! Ладно, поменяем немножко тактику, поедем сразу на точку. Сразу на точку. Ну, я объезжал там, чтобы встретиться с противником. Знаешь, что в СБ намного лучше стало играть, там добавили точки захвата. Если все правильно делать, бой где-то минут за 5 кончается. Неужели кто-то уже успел доехать туда? Как это? Извини, не лезь. Я просто посмотрю, кто там. Просто, если ты быстрее меня ездишь. Нифига, вот видишь, ты меня сейчас толкаешь. А он сейчас оторвался вообще. Ну видишь, такую махину, гроб как-то тащит тяжело. Потому что я с горочки разгоняюсь под своим весом. Пусть мучается. Я поджег там одного. Он, значит, походу еще не потушник. 54-ка горит. Иди, добивай, арт-удар. 20, картошка ставил. Зашибись. Ствол, ходовая, механик, все там поубивал, я добивайся. Своего дакпан? Да. Да. Едем дальше. Вознагнем, вознагнем. Там трупы бодаются. Техника уничтожена. Это кто был? Из третьей, окей. Смотрит на меня так. Ага, 54-ка. Так, кто там еще? Он 47-го года, 54-ка. Бляха! Мне повредили перед выстрелом. Ладно, не страшно. Нормально так сдал. Да, ребят, конечно, фармить на 54-ках здорово. Ну а как же быть с тяжелым танком И4М? Давайте-ка проверим мой скилл на нем. А я напомню, что Шерман здесь не при чем. Просто я познал дзен в танковом деле. Вообще не понимаю, все красное. О, кто там И4М? Уничтожен. Так, едем дальше. Что? Шерман. Это точно второй левел у тебя? Не знаю. Башня. Слушай, здесь никого нет на нашей базе. В смысле, только что был, чувак. Вот сейчас я еду, никого не вижу. Ты дальше заедь. Никого нет. Скриншот можно, который я убил из ответил, уже куда-нибудь выложить, я себе пойму, что. Так, когда С4 уничтожена, жду вторую. Вон она там вторая. Жду, перезарядка, перезарядка, с Питера.
Держись, у меня долгая перезарядка. На меня тут 54-ка выехала. Ау. Все, нормально. Нет, ненормально. Она просто сейчас меня убьет. Блин, я пока не... Что ж, довольно показательно, вам не кажется? Может, дело все-таки в Шермане? Да не, все же показалось, это просто я скиллованный танкист. А вот следующий бой я проведу с напарником, таким же танковым отцом. Парень еще не знает. За углом будем ждать, вот как раз подъедем. За следующим углом. О, они уже заходят, откидаем арту. Не, в Лилю подъедем, чтобы наверняка получить. Не торопись арту кидать, давай лучше пригодится, черт с ней, с точкой. А у нас все равно калибр маленький, у нас же первый левел, у нас что-то 122 что-то миллиметр. У нас небольшой калибр. Ну, ждем. Давай подъедем еще чуть ближе. О! Умею. Ну блин, а, ты хоть потушишься? Потушился, только подъедь, почини меня. Лево, встань. Так. Я к тебе гусеницу. Ничего, ничего, сейчас едем дальше. Это мне 54-ку долбануло, я живу. Погоди, сейчас 44-ку соедет. Сейчас я подловлю. Ты на позиции? Я тоже. Ствол орудия. О, бля, я в землю попал. Добила. А, за ней еще одна. Перезарядка и выкатываемся. Мигалчиком. А пульки, да. Уничтожили 54-ку. Ага. 44-ка там осталось. Там 44-ка стоит. Вот ее я не трогал. Она выстрелила? Попала. Она выстрелила, не? Че? Она стреляла? Она живая, ну нормально у нее стреляла. Ствол орудия вывел. У нас справа тигр. Слева она. А справа тигр? Давай, теди и тигр. Блин, опять ствол орудия. Чуть ниже надо, сейчас попробую. Все хорошо. Дай морку на тигра и на тигр. Че, Федю убили еще, нет? Сейчас, погоди. Понял, вон. Мы же пуск у Минска. Два. Положи. А это арта работает, она сейчас задняя. Да погоди, там... Засушка, арта. Засушка! А, она меня пробить не может. А это обычная. Гусеница ходовая. Да как разница, нам и это может хватить. Там ей один выстрел. Ствол орудия. Вывел ей. Добей. Подошел? А подшок, да? Ну что, добивать ее? Может, да. Лёгкость. Все, она тебе досталась все равно по урону. Так. О, у нас справа, справа. Слышишь? Тяжко. Думаешь, можно ехать? Из 4 ствол. Выбил ствол. Он без ствола. Сейчас я проеду чуть дальше. Тебе надо в лоб, о, как раз смотри. Сейчас, погоди. Казино сейчас, привод и прочую хрень. Надо добивать, давай. Работаем, работаем его. Да. Я сейчас не спешу. Что там было, сейчас. Классно. Блин, неудачно. Я тигра артой поджег. Я займусь тем, это Фердинандом, который и лезет. Я на бомбу не мал. Я подстрахую. Блин, блин. И Саня добил? Ис, так, Ис стоит, что-то я не ствол выбиваю, куда ему? Короче, слышишь, я за Исом по контролю, а ты контроль этого Федика. Уничтожил все. Ну что ж, дорогие друзья, надеюсь, вам понравилось, все было интересно и здорово. Как видите, мой скилл невероятен, но если вы все же думаете, что дело в танке, тогда ставьте лайк, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. Потому что, на мой взгляд, если уж быть откровенным, танк не на своем ранге. А вообще, пока ситуация не поменялась, рекомендую быстро прокачивать американскую следовательскую ветку с помощью этого способа на 5-х рангах. На этом я откланяюсь, всего хорошего и удачи в наземных баталиях. With a hot dog's love.